лидеру страны, к президенту, мы обращаемся сегодня по проблемам нашего родного города Новосибирска. На сегодняшний день на данной территории происходит выдавливание коренного населения из мест их постоянного проживания. Проще говоря, на этих двух улицах осталось всего 80 семей из тех, кто жили здесь раньше. Остальные места, квартиры, дома заняты приезжими в нашу страну людьми, которые не признают наши законы, которые насаждают, более того, насаждают нам свои законы, порядки, обычаи, чуждые для нас, непонятные нам. Кто только не брал на контроль положение дел в этом районе. Следственный комитет, прокурор Новосибирской области лично был в этом регионе, давал указания. Ничего не изменилось с тех пор. На сегодняшний день мы уверены и считаем, что там исправлениями чего-либо навести порядок невозможно. Единственным верным решением будет снос всего, что там находится, под нож бульдозера, ревизия законности нахождения каждого прибывшего с территории других стран лица и создание на этом месте нормального, легального, официального и прозрачного торгового рынка ли, либо другой какой-то организации. По-другому это сделать невозможно. Президент, в этот день обращаемся к вам. Наведите порядок. Наведите порядок, потому что нашим детям тяжело просыпаться в 5 утра и ехать в другие школы, потому что в той школе, которая находится там, им не дают учиться дети приезжих. Так быть не должно. Это наша земля.